Say nothing's gonna keep us apart. My body gotta be where you are, I say. Доброе утро, ребята. Я варю сейчас кашку мелонки, пятизлаковую. И сейчас буду ставить чайничек, буду тоже готовить нам завтрак. Так, надо таймер поставить на 5 минуточек. Кашка будет готова. Я, наверное, тоже сегодня покушаю кашку с клубничкой. И сейчас буду делать чай. У нас еще сырнички вкусные на завтрак. Витька, вкусная. Все проснулись. Нам с Миланкой кашка. Вот такая вот пятизлаковая. Сейчас остынет. Клубничка. Берите клубничку. Я тоже ее помыла. Сестра, сырнички. Я заварила чай манго. Очень вкусный чай. Обожаем такой манго. Покажу, какой. У нас в комментариях спрашивали. Кушай. Постоянно спрашивают, какой чай. Вот такой вот гуртис. Зеленый с манго. Очень вкусный чай. Мы будем сейчас завтракать. Всем приятного аппетита, ребята. Кто кушает вместе с нами. Она мне так мешала. Как вы думаете, почему Лика так себя ведет? Милашка, что ты делаешь? Не хочешь больше? Мы с Ликой лежим, смотрим. Видосик один. Сел на феечку. Аль, Милашка с папой Лику защекотали. Ой, я не могу, у меня ножки подкашивают. Не мешайте нам, не мешайте нам. Лик, выключай мультики эти, Лунтика. Они нам не в тему, эти Лунтики. Выключай их. Не могу. Ну, туда смотри Лунтики, а я смотрю свое. Кому-то очень жарко. Это Максик. Это Максик. Максу жарко. Максу когти будем стричь. Максу когти будем стричь. Чего ты? Чего ты свой ротик открываешь-то, а? Тебя потягушечки, котярка. Сейчас пойдем коготочки стричь. Коготочки стричь. Коготочки. Коготочки. Коготочки, коготочки, коготочки. Скажи, надоедливая, да? Лика, рассказывай, что ты тут делаешь? Поймала я Лику. Смотрю, ищу, что мне надо. Лика меня позвала, говорит, давай повыбираем косметику, там что-то на канцелярию выбирала. Мама, спячка, мама, спячка 20. Угу, спячка. Мне нужны кисточки для макияжа. Какой-нибудь прикольненький наборчик такой, кисточек. Повыбирай. Выбираю. Что ты еще там, что-то интересное еще увидела? Нет, ни в коем. Для ресниц? Так у нас же есть. Я хочу свою. А еще, мне нужно, знаешь что, подводка для глаз. Еще. А еще нужен, знаешь, что нам с тобой? Вот этот органайзер. Для чего? Для косметики, для кисточек. Нужен. В общем, мы с Ликой тут залипли. Вначале Лика залипла, меня позвала, вместе залипли. В общем, лазим, смотрим. Нужные вещички. Думали с ней пойти погулять, но я с ней целый день занимаюсь домашними делами. Уборкой. То готовкой, то цветы вытирала, поливала. Целый день, в общем, провозилась. Миланка. Купили Миланочке юбку. Такую джинсовую. Красивая, модная. Хорошо, что сбоку вот здесь есть такие штучки. Можно уменьшать в поясе. Да, Милашенька, повернись. Оп. Классная такая юбка. Лика говорит, я тоже хочу. А на Лику мы не можем найти такого плана юбку. Посмотрите шорты. Посмотрите шорты какие. Ну почему нет на меня? Ну почему? Классные это такие шортики вообще. Потому. Это мои. Твои. И еще вот такие вот взяли тоже шорты Миланки. Тоже классненькие. Мне просто взять вот такие. Джинсовые. Но мне просто я
хотим такие, потому что сердечко. Ну, будешь... Больше, они будут так прикольно, они как бы здесь будут. Ну, будешь и, так... и такие, такие. Это чуть-чуть поменьше мы взяли вот прямо сейчас. Эти чуть-чуть свободненькие. Но эти тоже классные очень. Но юбка вообще моднявая. Мне нравится очень цвет, да? Угу. Очень красивый цвет. Мама, юбки. Можно я вот ниточку бью? Какую ниточку? Вот. Зачем? Ну, сейчас снимем. Лика, поснимаю тебе. Классные юбочки, шортики. Класс, да, милашка? Да. Я прям себе тоже захотела такую юбку джинсовую. Не дам. Да понятно, не дашь. Нам надо с Ликой как-то тоже еще вырваться в магазин и купить. Потому что у меня маек много, а... Именно Лика хочет джинсовый или шорты, или юбочку. Ну, больше класс. Это фирма Ваникс, турецкая фирма. Классно. И это тоже турецкая. Ну, я кухню. Пошли, я кухню. На кухне будем убирать? Ну, женщина. Ну, пошли. Пошли. Чем я очень недовольна. Кто еще не посмотрел мое новое видео про маникюр, заходите и смотрите. Я себе сейчас делаю чаек, вот такой вот сделаю чай себе зеленый, с всякими фруктами экзотическими, с чем-нибудь вкусненьким попью чай. Пока Лика там делает себе маникюрчик, снимает видосик. Ну что, Лика, ты довольна? А вот смотрите на моем канале. Не расстраивайся так. Лайк! Так, я сейчас иду готовить ужин. Я уже попила чай. Открыла шоколадку. Лике почему-то эта шоколадка не понравилась. С трюфелем. Лика не любит. Я думала, он будет молочный. Он, правда, горький очень. Но зато это полезный шоколад. Не там, не там. Ну, понятно, понятно. Короче, сейчас я на ужин буду, наверное, картошечку жарить. Да? Сделаем салатик или просто овощи. Помидорки, огурчики порежем свеженькие. И будем ужинать. Миланка смотрит мультик. Лика доделала свой маникюрчик. Вот, и все убирает, все складывает. Я сегодня еще не буду делать маникюр, я хочу на днях сделать. Может быть, завтра, послезавтра, я не знаю, как мои ручки дойдут до вот этой вот заветной коробочки с губками. Тогда я тоже буду делать. Какую? Вот эту? Да. Держим коробочку. Я уже тоже хочу сделать. Но мне некогда. Я сегодня целый день занимаюсь уборкой, целый день. И, в общем, уже вечер. День прошел практически. Завтра тоже быстро день пройдет. Да, на завтра тоже много дел. В общем, какие-то, не знаю, в последнее время столько. Ой, смотри, дел. Какие еще у меня есть. Что это такое? Кстати, глянь, красивенький, да? Можно тоже вот как летний маникюр, угу. Да, вариант. Бабочки. Следующий нас с бабочками сделаю. Угу, прикольненько, да. Красота, красота. Ладно, убираем. Ладно, Лика убирает, я пошла картошку чистить, буду жарить. Я повесила белье, милашка тут рисует. Капкейк, да, ты рисуешь? Раскрашиваешь. А это мне нужно. Такой два капкейк. Матчия. Два фломастера, да. Эй, дай, дай. На. Давай уберу сырнички два в сторону. Два матчия. Чтобы ты не испачкалась. И еще святая золото. А ты придерживай, милаш, одной ручкой. Вот потом так придерживай. Красный. Угу. Вот такую вот я шоколадку ела. И мне что-то она... Ну, как-то так, в общем. Ой, я тоже хочу. Бери, милаш. Ломай, получается? Вот, молодец. Ну, такая она, как бы, не знаю, на любителя очень. Вкусно? Угу. Лики, моя что-то не любимая. Очень. Твоя любимая? Это я, ну, это Аленка? Не, это не Аленка, милаш. Это такая вот шоколадка с трюфелем. А я на самом. Горький вкусная. Шоколад. Так, что тут Ликины учебники какие-то лежат, надо будет убрать и сказать, на лоджию пусть относит. Ладно, так, я жарю картошечку, продолжаю жарить. Да, рису. Помыла помидорки с огурчиками, Миланка попросила. Кушай, милаш. Миланка уже пошла отдыхать. Мы сейчас, Лика уже смонтировала видео, сейчас я буду монтировать видео.
И я, знаешь, что Лика вспомнила? Ты же это учебники еще какие-то хотела взять, да, в библиотеке? Книги почитать. А что вам задали на лето? Ну, понятно, наверное, все не это, но хоть какую-то часть что-то прочитать. Из списка прочитать 15 книг. Но половина из этого списка мы уже читали. Угу. И что ты хочешь взять? Понятно, что сразу все не возьмем. Первый хотя бы пару книг. Что вам задали на лето, ребята? Пишите, кто будет читать. И я смотрела еще задания ОГЭ, литературу, какие там, по каким книгам вопросы. И вот выписывала. Сейчас скажу. Возьмем Цири Лермонтов, Мертвые души Гоголь, Мертвые души мы читали в школе. Евгений Онегин читали, но еще раз перечитаю. Станционный смотритель читали, но еще раз перечитаю. А ну зачем ты это читала? Но читала... По ним, может быть, сочинение, да? Да. Там, или что-то. Ну, в общем, на экзамене могут быть. В середине или в начале учебного года. Угу. Я как бы название знаю, в принципе, сюжет знаю, но так, что прям ответить на вопросы нет. Ну, много книг так брать не нужно. Ну, я хотя просто... Вот эту часть. Вообще, вот получается, я смотрела в ОГЭ, там 86 вариантов, и из этих 86 вариантов в каждом варианте по 4 задания и всего 16 книг. То есть там около 400 заданий получается. И все эти 400 заданий по 16 книгам. Милан, ты на косметичках. В принципе, не так много книг. Можно подготовиться. Ну, в общем, мы с Ликой, не знаю как, надо вырваться, в общем, да, сходить в библиотеку, взять книжечки. Слушай, а ты не это не видела? Еще зелененькая такая была. Видела. Где она? Где вот это лежало? А в другой косметичке? Миланка тут свою косметичку покидала. Резиночки. Ну, в красненько, с цветочком. Бантиком. На этом наш влог сегодня заканчивается. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Заходите завтра на наш канал. Всем пока-пока. Всем пока-пока.